Ты зайди в середину, Да иди сюда ты. Воу-воу-воу-воу. Да что ж ты убегаешь-то так далеко, а? Во-во-во-во-во-во-во, получилось, 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 смотри, смотри. Гаси, 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 гаси. Фу-ху-ху-ху, базару нет, смотри. Всем привет, меня зовут Илья, и вы на канале Малой Плей. Сегодня мы продолжаем выживать в игре под названием Subsistence. И у нас, я смотрю, прям возле домика зарезался лут какой-то. Так, на F. Блин, во всех играх, короче, взаимодействие по-разному. И, блин, постоянно путаешься. Так, здесь, по-моему, я видел металл был. Металл, базару нет. Так, и чё? Больше ничего, да? Больше ничего. Так, на G у нас. Так, 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 давай-ка мы, короче, лут скинем. Блин, все на F, все на F. Так, так, так. Металл. Где эти билибердушки? Так, просто для чего скинуть? Блин, просто чтобы не просрать, вот серьезно. То есть у нас где-то загасят. Ну все, то есть у нас, смотри, полный магазин, 7 патронов и плюс еще, по-моему, 5 патронов, да, у нас там есть. Нормально, то есть, давай-ка мы, наверное, немножечко пробежимся, посмотрим, может, еще где-то что-то найдем. Девяносто пять — это волк, там медведь. Воу, а что такое? Блять, я опять жрать хочу. Блин, такая же печенька, как в прошлый раз, да? Ладно, давай. Будем искать лут. Будем искать еду. О, пожалуйста, сразу есть еда. Отлично. Так. Жрать охота, это понятно. Вот, слушай, пока раз, я могу сразу вот эту штучку. Конечно, сразу будем крафтить. И все. Так, вот еще. Что это у нас? Опять то же самое. 30. 30 — это кролик. Кролика бы нам поймать, было бы вообще здорово. Так, ладно, давай. Чуть-чуть подобываем дерево. Дерево нам тоже нужно. Так, где он тут? Опа, опа, опа. Оп, вижу еще. То есть дерево нам по-любому надо добывать. То есть оно у нас так вот нигде не появляется. Такс. Опа, нормально. Покушай. Ну, более-менее. Более-менее. Блин, у нас начинает темнеть. Вот это, конечно, самое плохо. То есть, когда у нас темнеет, у нас становится, сука, очень холодно. О, подожди, еще кустик. Нормально. Оказывается, смотри, да, вот этих волокон куча, оказывается, везде. Мы их тогда, блин, искали поверху, да? Я почему-то думал, что они как бы здесь не бывают. Оказывается, все бывает. Давай-ка. Так. Ну, честно, жду, конечно, когда появится мультиплеер. Пока его вроде нет. С игру ничего не обновлял. Подожди, где-то я что-то видел. Так, ну тебя опять не поймают, понятно. Ладно. Опа, ягодки. G. Постоянно забываю то, что инвентарь здесь на G. Это вообще не то, что неправильно. Это первая игра, в которой инвентарь на G. То есть, по-моему, во всех играх он практически на... Ай идет. Здесь на G. Неудобно. Просто как минимум неудобно. Так. Смотри, у нас сейчас опять ночь. Опа. Давай, давай. Подожди, вот бывает здесь еще рисуются сумки. Вроде в этот раз ничего нету. В этот раз все пусто, да, у нас? Так.
Ну чё, я предлагаю, наверное, поставлю пока паузу. Давай вниз. Вот, поставлю паузу, как раз пережду пока ночь. И, соответственно, потом немножечко налутаю, потому что нужны ресурсы. Рейсов нету. И будем дальше развиваться. Будем дальше устраивать нашу лачушку. Посмотрим, что там еще есть. Вот, вот, темнеет быстро. Так, ну все, ребят, я пока на паузу. Так, ребят, у меня наступило утро. Так, и я сразу увидел у себя здесь вот такого вот гостя. Ну-ка, падла, где ты там? Где ты там? Где же ты там? Вот он ты. Опа! Тихо. Блин, не, я его, короче, не завалю так. Это бессмысленно, походу. Так, у нас, ладно, одно дерево есть. Чё мне надо починить? Это мне не надо чинить. Вот это мне надо чинить. Надо еще дерево. Ой. Так, ладно. Блин, братец, может ты уйдешь отсюда? Вот он, смотри, вон. Нам бы свалить, но там... Так, ладно, бежим туда. Короче, немножечко поковырялся в интернете. Нашел один, грубо говоря, читерский способ. Блять, с какой стороны он рычал, я не знаю. Короче, грубо говоря, читерский способ. Как убивать животных, тех же самых, допустим, волков или медведей, просто с помощью топора. Нам для этого нужно, короче, металлические детальки, или эти гвоздики, грубо говоря. Просто нужно сделать 4 проема с дверьми и поставить их вокруг, дабы эта херня не могла к нам забежать. И просто топором, по идее, можем ее потом гасить. Все не знаем, возможно, хватит и одного проема. Как бы один проем у меня есть, я вот думаю проверить, короче, эту штуку. Если она работает конкретно, то это здорово. То есть я смогу добыть себе и мясо, и шкуру. Так, вон, вижу ящик. Вижу ящик. Не вижу препятствий. Так, вот еще сумка. Отличненько, отличненько. Это мне все надо бы. Так, это мы все... Eat all, да, конечно, все съедай. Так, 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 ящик, ящик. Оп. Вот, да, слушай, у меня прям сейчас прет на лут. Его просто кругом. Опа, отлично, отлично, отлично. Можно будет сейчас построить. Так, эту штуку тоже мы возьмем. И вот эту штуку мы возьмем. Я не вижу. О, вон, вижу, вижу, вижу. Восьмерка. А-а-а. Блять, 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 блять. Беги, 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 беги отсюда. Короче, я понял, что нам надо. Нам для начала надо, короче, фундамент. Все, все, все. Я знаю, что мы сейчас сделаем. Сейчас я... Получается, дверной проем есть. Нужен фундамент. Блин, там, короче, пасется у меня медведь охеревший. Я вот не знаю, чем ему надо. Ну, кстати, гасить, может, попробуем даже с него. Тихо. Тихо, братан. Тихо. Мне тут ничего не ломай, да? Вот так вот. Тут смотри-ка, тут ломает он мне все. Все, пойдет. Да что в тебя. Так, давай. Короче, нам нужен фундамент. Так, так, обычный фундамент. Обычный фундамент, вот, пожалуйста, это у нас все есть. Это у нас все есть. Так, и вот эти штучки нам нужны. Так, давай-ка, подожди. Это быстро у нас делается, да? Давай. Чик-чик, двоечку. Фундамент обычный. Так, и еще одну хрень с дверью мне надо, да? Хватает? Хватает. Сейчас построим. Так, это все мы теперь можем
убирать. Так, это тоже, это тоже. Это у нас бинт, по идее, да? Веревочки тоже. Это нам все нужно будет в дальнейшем. Так. Он просто не хочет убегать. Просто, ну никак, смотри. Вот он где-то здесь же, да? А, вон он, я его, прикинь, даже не видел. Вон пасется. Не, на него нужно только с винтовкой идти. То есть без винтовки толку нет. Так, что у нас там по крафту? Практически все. Две двери, да? Две двери. Мало две двери. Надо еще бы одну, по идее, хотя бы, да? Но у нас не хватает частей. Так, он вон он. Бежим, 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 бежим. Просто я боюсь, знаешь чего? То, что он сможет сломать стену. Хотя, в принципе, мы можем... давай, давай, добыть дерево побольше. И как бы сразу чинить. Ну, хотя тоже, опять же, будем когда чинить, это у нас будет уходить время на починку. Так, у нас получается этих две. Пойдет. Конечно, в идеале 4, но сейчас как бы попытка не пытка, стоит проверить. А я так думаю, что животные здесь пока не настолько умные, скажем так, чтобы они могли додуматься, к примеру, оббежать стенку и, допустим, подойти с другой стороны. Нет, я думаю, они вот как видят тебя, так и будут прямо бежать. Так, вот... Нет, 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 семерочка. Вот так вот, сюда вот так вот, раз. Так, восьмерочка. Сюда и шестерочка. Я не знаю, ну давай вот сюда пока поставим. Ну что ж ты не ставишься-то, а? Вот так. Не знаю, получится, не получится. Но у нас есть только один способ это проверить. Вот, сагрили, сагрили, он нас видит. Он нас видит, но почему-то не бежит. Ладно, давай подбежим быстрее. Быстрее, ближе, видно. Давай, братан, давай, да вот он же. Вот давай, 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 беги. Сейчас проверим, сейчас проверим. То есть, либо он нас сожрет сейчас, либо... Блять. Либо где он вообще? Эй, братан, ты чё? Я здесь. Я здесь. Блять, он чё, не видит меня, что ли? Ну, ты сам напросился. Опа. Бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой-ой, он прям сзади, он прям сзади. Ой. Ох ты. Ох ты, а чё он убежал-то? Блин, конкретно? Короче, моя система здесь не сработала. Надо 4. И, блин, как он так забежал? Это все херня. Про что мне там говорили. Не работает эта фишка. Так, медведя нет. Медведь есть. Но у меня в доме есть бинт. Поэтому... Поэтому я забегаю в дом. Бинт, бинт, бинт. Фух. Использовали, пойдет. Так, ладно. Да хорош, хорош, блять, хату мою ломать. Ты чё, ёптать? Там, блять, этот, тут этот. Давай-ка вот эту, короче. Оп, все, нормалайзен. Так. Почему? Подожди, почему не сработала эта фишка? Это, конечно, вопрос интересный. Ладно. Так, Мишка вон. Причем Мишка восстанавливается. Мишка, сука, восстанавливается. Это не есть хорошо. Так, давай смотрим, что мы можем сделать. 8 этих, у нас 6, да? Здесь 6, 4 этих, блин, этих 2 только, да? А на эту надо 3. Так. Так мы его не убьем. Это уже понятно, да? А пулек у нас больше нет. Хрен с ним. Ой, да чё ты? Пойдем. Чё он там?
Чего он вообще пасется возле моей хаты, я не пойму. Ладно, пойдем к нашему... О, подожди. Давай его попробуем вот так вот прям приманить. Я понял. Он, скорее всего, понимает, что мы, короче, можем его застрелить. Что у нас есть оружие, и поэтому валит. И я так думаю, во всяком случае. Хрен с ним. Тогда пока 30. Ну, зайка, ну дай я тебя поймаю хоть раз. Нет, нихера. Включает форсаж, просто уносится. Так, ну чё у нас? Да, вон вижу ящик. Так, вот нормально. Лут он и в Африке лут. Так, там тоже что-то есть. Ой, блин. Так, что у нас тут? Электрические детальки всякие. Так, вот тот кустик, по-моему, с ягодой. Или нет? А нет, это опять волокно. Волокно, волокно, волокно. Сколько мне? 4? Ну, давай, чё. То у нас, блядь, был напряг с веревками, то теперь веревок просто хоть жопой кушай, да? Так, давай глянем, что у нас здесь. Хищников никого вроде нет, да? Так, там волчара. Так, о, вон вижу лут. То ли сумка, то ли чё. О, там и медведь ходит. Так, медведь вроде ушел, там волк. Не, нахер не пойду. Я слишком далеко от дома, вон вижу, что-то лежит. А, я устал, ладно. По-моему, сумочка вон там какая-то лежит. Опять жрать хочу. Ай, палево-то какое, а. Я не знаю, найти бы сумку батончиков каких-то. Опачки! Я нашел закрытый сундук. Закрытый сундук. Так. А, блин, все. Я примерно понял, где он. Так, давай-ка, быстро. Вот еще какой-то ящик. Обычный ящик, хрен с ним. А, тыкал, все возьмем. Так, пожрать. Нам надо бы что-то пожрать. Так, у меня там есть в доме отмычка. Это я точно знаю. Так, ну все, в принципе, смотри, вот. Закрытый ящик, нужна отмычка. Отмычка в доме есть. Пойдем в дом. Как бы, если по пути сдохнем, ну, значит, такова наша судьба. Так сказать. Ну, курочка, ну стой же, ну что ж. А, я и бежать-то не могу. Весь устал. Изнеможен. Так. Хата, в принципе, недалеко. Можно замутить как? Можно сейчас сбросить весь абсолютно лут туда. Сдохнуть там рядом, потому что есть медведь, как бы. А что это было, блядь? Что это, подожди, было? Юра, что это за? Давай, это, оказывается, добывать надо. Сейчас посмотрим, а я думал, что такое у нас лежит постоянно. Металл, наверное, какой-то. Нет. Что-то добыли мы, ладно. Так, там медведь. Так, мы немножко восстановили выносливость. Так, ну один хрен, нам надо обходить медведя. Не хочу идти на него в лоб. Давай, братан. Сейчас мы. А, ну в принципе, да, волыну главное, я, короче, хочу скинуть волыну. И то, что у меня есть там, если что. Так, этих два. Давай еще одну эту, сразу веревочку сделаем, пока добежим. Нормально. Сейчас это все скинем и с топором попрем на медведя. Сдохнем, ничего страшного. О, базару нет, как нам подфартило, походу мы еще и не сдохнем. Давай, бро, беги.
Не, ну вон там, да? Так, я не знаю, ну ладно, ну давай съедим. Только это как-то, да, не особо-то повлияло. Так, это я не знаю, что там, нашли. Какую-то штуку. Все сюда, куча веревок. Спички. Спички. Так, и вода. Ну что, блин, взять и бежать так. Ладно, взяли мы, да, ее? Взяли отмычку, все, бежим. То есть мы чуть-чуть перекусили одной ягодкой. Но я так думаю, раз тот ящик закрытый, там должно быть что-то, ну, просто нереально крутое. Просто какая-то тема. Я не знаю, правда, что там будет. Ну, сейчас глянем. Вот это, по-моему, первый ящик, какой я вот нашел на карте, чтобы он был закрытый. То есть до этого, сколько мы бегали, по-моему, ничего такого не находили, да? Давай, давай, братан. Чуть-чуть осталось. Так, медведь. Ящик-то где? Блять, вот вспомнить бы теперь, где он лежит, по-моему, дальше немножко. По-моему, дальше он был. А, вопрос в том, может он тоже где-то респавнится в разных местах. Это тогда будет вообще нехорошо. Если он сейчас отсюда исчез, тогда просто у меня, блин, опять мы, короче, подыхаем. Так, вон, не-не-не-не, лежит, лежит, лежит. Вон, я его нашел. Давай, давай, братец, давай. Не подыхай, пожалуйста. Опа, открываем. Что же у нас тут? Базару нет, ты посмотри, сколько у нас здесь всего. Мы вообще хрен теперь сдохнем. Во-первых, кушай. Сразу кушай. Кушай. Это что за херня? Это, короче, какие-то детали для винтовки, то ли для пистолета. Ну, короче, что-то у нас тут прям крутецкое. Это у нас что вообще? Что-то металлическая херня какая-то. Базару нет. Вот теперь, короче, нам надо бы понаходить вот таких вот ящиков, и будет просто круть. Так. Все, сейчас у нас здоровье восстановится. Короче, мы можем это все съесть, в принципе. Так, там медведь. Пошел нахер. Надо этот лут, пока я, короче, не просрал, отнести к нам домой. И посмотреть, что же мы с этого можем сделать. Я вот не пойму, что это за запчасти мы нашли. Так, чуть-чуть осталось. Так. Сейчас мы, наверное, я так думаю, все-таки доделаем ту штуку, о которой я говорил. Вот именно эти две стены еще с дверными проемами мы поставим. И попробуем все равно туда заманить волка. И захерачить его. Так, вот металл. Базару нет. Так. Здесь пока вроде у нас нигде ничего нету. Давай, давай, давай. Отлично, отлично. Давай-ка. Так, это все сюда. Так, это... О, нифига у нас сколько их. 17 штук. Очуметь. Так, ладно, давай теперь смотрим, что нам надо для создания. Так, в принципе, ничего, 5 этих... 3. А, у нас их 2. Все понятно. Здесь 4. Так, что же это у нас вообще? Рапс какие-то, что это? Дроп, спринт, нет. Для чего они нужны, я пока не пойму. Они у нас как бы нигде тут не отображались. Подожди, подожди, закрой дверь, да, посмотрим здесь. Так, здесь они как бы тоже на смотри нигде не отображаются, да? Для отмычки что, ну тут вот эта белиберда нужна. О, нифига себе. Так. Ладно, давай пробуем, пробуем, пробуем. Нам нужно. Нам нужно, нам нужно, нам нужно. Так, вот эти дверки. Дверки. Бах, бах. Все, отлично. Сейчас мы пойдем, поставим там две двери. И
попробуем все-таки повшатывать там волков. Так, и так вот пока сюда все сложим. Ну да, реально, куча лута, куча лута. Кстати, я знаю, что мне надо посмотреть. Мне нужна грядка. Грядка. 5. Все есть, все есть, все есть у нас. 5. Так, подожди. 5 металла, 10. А, и 8. Сколько у меня? 8. Как раз. Да, ладно. Вот так, раз. Давай-ка. Делай. Поставим ее снаружи где-нибудь. И у нас уже там будет что-то выращиваться. Потому что вот у нас есть какие-то семена. Так, давай, 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 давай. Чуть-чуть подождем. Чуть-чуть подождем. Что тут у нас? Тут у нас все доделалось, да? Так. И доделалось ли у нас здесь? Да, доделалось. Давай посмотрим. Так, что это у нас? А, нет, это мы можем типа только тут ставить. В доме. Так, вот, подожди. Тогда и ладно. Подожди, подожди, подожди. Вот так. Тогда давай посмотрим. Еще один фундамент. Нам надо эти 10. Блин, не хватит. Так, тогда ладно. Пока что ладно. Тогда пока что мы можем сделать это вот так. Переложить сюда. Это у нас все есть. А молоток нам тоже пока не нужен. Как не нужен, когда нужен, да? Вот так. Пойдем. Сейчас попробуем, посмотрим, получится ли у нас наша затея или нет. То есть, по идее, в чем фишка? Он, короче, не может забежать внутрь, да? Так, и еще одна. Вот. То есть, вот такая, по идее, штукенция у нас должна была получиться. Вот, и теперь нам нужен пациент. Ну это, блядь, сильно пациент большой. Ну да ладно. Хух, чё, ребята, агрим. Агрим, сагрили, 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 забегай, забегай, забегай. Заходи куда-нибудь, заходи, братан. Подходи, я стану в угол. Вот, нормально. Ты зайди в середину, Да иди сюда ты. Воу-воу-воу-воу. Да что ж ты убегаешь-то так далеко, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Получилось, получилось, получилось. Смотри, смотри. Гаси, 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 гаси. Фу, базару нет. Смотри, оказывается, можно. Можно, можно, это все реально. Надо только досок теперь побольше. Это все реально можно. Так, теперь присядем и освежуем. Сколько у нас всего тут из него должно сейчас вывалиться будет. О, куча, куча мяса. Остальное это, по-моему, жир был, да? Наверное, вот это жир. Отлично. Так. Давай, вставай. Отлично. То есть, возможно, волк не может сломать это. А медведь как бы херач нормально так. Вот, большое дерево. Давай, добывай. Все, теперь у нас есть запас нормального мяса. Большое дерево, реально. Так, давай. Шкура. То есть, это у нас теперь будет наша охотничья кибитка какая-то. То есть вы видели, ребят, что это реально работает. Просто самое главное его нормально сагрить, чтобы он подбежал. То есть видишь, я сначала просто далеко отбегал, и он как бы, грубо говоря, в связи с тем, что не мог меня достать, отходил. Но он так-то меня не достал, в принципе. Еще один куда упал. Еще один куда-то упал. Ладно. Давай. Да, но здесь с ресурсами все, конечно, обстоит еще куда хуже, чем в других играх. То есть приходится вообще реально много всего собирать. А, так, не знаю, правда, для чего тут нужны веревки в строительстве того же самого фундамента. Или стены. Гвозди и палки, больше ни хрена не надо, ребята.
Куда оно все попадало-то, а? Ладно, куда-то попадало. Так, вот теперь вопрос только в том, как мне бы агрить вот этих волков, чтобы они бежали аж туда. Это как бы далековато выходит. То есть они-то могут быть в разных сторонах, да? В принципе, в той стороне теперь кто будет, мы любого сможем загасить. Главное сходить отремонтировать ее. И отлично будет. А, так, все вроде, да? Ага. Так. Блин, солнце опускается, скоро будет темно. Поэтому надо будет сейчас идти домой, готовить мясо. Нормально поесть уже, наконец-то. То, по-моему, сколько мы вот играем уже, который день я здесь выживаю. Все нормально, мы тут, по-моему, ни разу и не питались-то. Пойдет. Так, здесь, кстати, был медведь. Если вы тоже сагрите, туда убежать. Главное, чтобы у нас, короче, была выносливость. Вот все, что я могу сказать. Есть выносливость, сагрил и беги. Главное не убежать до конца, чтобы он, не развернулся в обратную сторону. То есть тут я его, видишь, сагрил, как бы с пистолета стрелял. Ну, блин, тратить патроны тоже жалко, если честно. Так, здесь. Вон он есть. В принципе, ну блин, далеко опять же бежать. Чё? А, ну у этого, смотри, у этого еще жизни еще больше, чем у того. Если у того было 100 с чем-то, ну это вот 200 с копейкой. Пойдем быстренько отремонтируем стеночку. Наши охотничьи кибитки. Пойдет. Отремонтировал. Могу ли я как-то ее наворотить? Походу нет. Давай-ка. О, волчара, волчара. О, пойдем, пойдем, пойдем. Вроде видит, вроде видит, вроде бежит. Нет, да что ж такое-то, а? Я, короче, думаю, он за мной бежит. Ну, ты же видишь меня? Он так быстро убегает. Воу, ты куда, братан? Ну давай, ну нападай же ты уже. Вроде пока правильно. Сейчас подойдем прям в упор. Смотри, только я захожу, он, короче, сразу валит. И причем валит так-то далеко. Ну давай, братан. О! Все, бежит. Слышу, бежит. Бежит, 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 бежит. Опа! Иди сюда. Да ты че сваливаешь, козел? Блин, вот. Видишь, с ним оказывается куда это посложнее все обстоит. Давай, давай, беги, 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 беги. Давай, иди сюда. Да ты чё, короче, он сваливает. Ай, блин. Все равно, видишь, надо как-то этот агрить их. Не хочет он. Хоть ты тресни, короче. Ну, давай. Ты же меня видишь. Почему ты валишь-то сразу? Не, он уже, короче, с концами убежал. Ладно, здесь есть сумарь. Давай залутаем быстро сумарь, пока тут далеко. О, вот теперь. Теперь хотя бы беги за мной. До конца. Давай, 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 давай. Тут я не знаю уже, короче. Ну все равно, гасится от меня и все. Ладно. Пойдем. Если на медведя так охотиться, можно это вот стопудово. То есть вон мишка там стоит. Можно будет его так потом загасить.
Так, открывайся. Закрывайся. Так. Давай-ка мы... Чик... А, подожди, нет. Вот сюда надо. Сколько нам там надо? Так, ты нормально возьмись. Двадцатка целиком ушла? Ни хрена себе. Ну на, готовим мясо. Это не готовится, ладно. Слушай, я могу сделать винтовочку. Я могу сделать винтовочку. Это так, 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 сейчас подожди. Винтовка 8.5. Так, опа. Опа. И что мне там надо еще? Кожа. Опа. Да бляха. Винтовочка. Крафтим. Все, ребята, у меня есть винтовка. Я так думаю, у винтовки должен быть хороший урон. И, соответственно, мы сможем уже охотиться, к примеру, на того же самого медведя. Вау, 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 куда я выкинул? Куда я выкинул? А, вот оно. Капец, он повис. Так, ладно. Давай это сюда. Это я не знаю что, но это пока сюда. Дерево пока сюда. Это сюда. Винтовочка, винтовочка. Сейчас мы ее проверим. Так. А, подожди. Так, нам же ее надо добавить. Нам ее надо добавить вот сюда. Молоточек вот сюда. Давай. Как 5 патронов, да? 5 патронов в обойме. Так. Ну блин, сейчас идти, короче, на медведя. Что-то я, если честно, очкую. Так, ладно. Что мы с этим не можем ничего сделать, да, вроде? А, это мы можем вот эти лекарства сделать. Так, давай лекарства сделаем. Вот это. Сколько нам? А, я его что, не переложил? Давай, вот его. Хап. А, ну все, листиков теперь не хватает у нас, да? Так, так, так. Ну давай теперь по патронам. Теперь патроны мы, конечно же, будем делать уже только эти. А, у нас нету красной херни. Так, это пока сюда, это пока сюда. Так, ну что, давай дождемся утра, наверное, и вообще попробуем проверить, как себя поведет наша винтовка. Хотя, что нам? У нас тут скоро будет кушать готово. Ну, я думаю, уже нормально. То есть я мясо сжег, что ли, я не пойму. Так, мясо я, походу, сжег. Поэтому нам надо будет динхер охотиться на мишку, который вон там вон стоит. Попали. О, вот это да, слушай. Давай, открывай, открывай. Открывай, зажги лампочку. Мне надо его видеть. Мне надо его видеть. Опа, нормально. Нормально. Вот это я понимаю. Все, с такой винтовочкой я теперь вообще тут царь и бог этих мест. Могу тут всех гасить. О, я еще что-то нашел в нем. Помимо просто мяса. Так, давай-ка. Заходи греться. Ладно, выключим свет. Так, вот теперь смотри. Это у нас что? Жарится? Жарится. А, ну тоже мясо. Давай-ка вот тогда пожарим его и посмотрим. Теперь нормально. Так, подожди. Пока жарится, я пока переложу это. Так, потом можно будет сделать дробовичок. Так, как понять, что оно готовится? Ливер это. Мясо мы с него не достали. Тупняк какой-то. По идее, блин, одинаковое количество должно быть. Там мясо, тут ливер. Короче, мы решили в этот раз мясо не брать с него, походу, да? Так, давай-ка. Так. А, это вот смотри, вот оно сейчас с кровью. И вот сейчас следующее будет...
Да, ну там. То есть, видишь, оно как бы сейчас с кровью прям внешне меняется. То есть так оно нигде ничего не пишется. Там степень прожарки меняется просто внешне. Давай, давай, давай. Во. Во. Во, да, то мы сожгли. Смотри, как восстанавливает голод. Ну давай сразу второй кусок. Конечно, тоже ешь. Вот это, да, вот это я понимаю. То есть мы теперь вообще не голодны. Теперь нам что остается? Нам остается только попить водички. Одну штучку выпей. Нормально, это что у нас, я не знаю. А, это у нас эти фрукты. А, у нас, видишь, все отдельно, как фрукты, овощи, все дела. Так, так. Подожди, что нам надо, чтобы поставить вот такую штучку? Блин, 10 этих, да? Не хватает. Ну ладно, давайте мы тогда попробуем ее поставить, ну хотя бы где-то пока что, ну, вот здесь, если не пойдет, здесь тоже не пойдет. Здесь слишком много места она занимает. А на земле мы ее не можем поставить. Да что же за идиотизм такой, а? Слушай, давай-ка мы ее чуть отодвинем. Можем как-то отодвинуть? Да. А, так, подожди. Погодь. Так, ну еще не, еще холодно, да? Вот 3 градуса. Да не, уже больной. Можно тушить костер. Туши костер. Нормально. Блин, 2 градуса сразу стало. Так. Так. Мне бы еще бы вот здесь добавить одну штучку, и я бы уже мог поставить. Ладно. Давай-ка быстренько пробежимся. Ага, давай я, блядь, сброшу лут. Так, давай-ка я сброшу лут. Так, вот это я сброшу. Пекаль я пока сброшу. И молоток я тоже сброшу. Так. Ну и все, и пойдем искать лут. То есть нам надо строительные материалы. Блин, ноль. Что ж так холодно-то? Я так и замерзнуть могу. Опа! 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 Как так? Подожди, то есть я вот здесь живу, я играю в соло. То есть это ни хрена не мультиплеер, а там уже кто-то появился. Как так? Чё за нахер? Подожди. Подожди. Как так? Здесь же не должно быть никого. То есть совсем рядом. Прям рядом. Точно, смотри, мужик ходит. Бля, он смотрит на меня. О, он достал волыну. Валим, валим, валим. Блин, не в сторону дома, Стой, братан, ты чё? Валим. Это трындец. Как так-то? Блин, там волки. Охренеть. Блин, у меня так-то тоже волынка есть. Блёха, да блин, надо быстро домой похилиться. Это капец. Откуда он там взялся? Блять. Как так? Это, походу, боты какие-то или чё? Давай, оп, пойдёт. А чё, почему кровь-то... Ай, бляха. Нам нужен бинт. Бинт, блять, а у нас этот одна только. Это капец. Мы так... Как мы кровь-то остановим? Бля, я так кровь не остановлю. Мне срочно нужна шкура. А, нет, не нужна. Ха-ха. Всё нормально, я восстановился. Слушай, как так-то?
Так, там медведь, не, медведь. А, медведь! Медведь! Ёпта! Давай, пойдем. Ты должен, сука, сагриться. Блять, ну. О! Агрится, агрится. Агришься? Давай быстрей! О! Иди сюда, сучка. Вот он сейчас должен подойти. Во-во-во, нормально, тупит. Давай, 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 пока тупит. Давай, давай, давай. Рубай его быстрей. Рубай, 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 рубай. Рубай, 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 пока он дом не сломал. Давай, 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 давай. Быстрей, быстрей. Опа. Базар не. Отлично, отлично. Все, у нас теперь круто. Опа. Так, ладно, это все понятно, это все, конечно, здорово, но я, короче, не вдупляю, откуда там появился человек. Оп, потрошки. Слушай, дайте-ка мне несколько пулек, и я нахер пойду его завалю. Вот, все, падла, я тебя сейчас завалю, нахер, с винтовки застрелю. Не знаю, короче, кто это, что это вообще, почему он появился там. Хотя, ладно, нет, ребята, это уже будет все в следующей серии. Вот. Пока я, наверное, немножко просто полутаюсь. Не надо, потому что поставить еще один фундамент. Вот, а там дальше уже разберемся. Ладно, ребят, если вам понравилось видео, не забывайте, конечно же, поддержать меня лайком, подпиской на канал. Делитесь видео с друзьями. Пишите комментарии. Вот. Но это, на этом все, наверное, ребят. Пока-пока.